Харьковские фигуристы отличились на Кубке Украины в Киеве. Они сделали победный дубль. Четырехкратные чемпионы страны Александра Назарова и Максим Никитин подтвердили статус безальтернативных лидеров в спортивных танцах. Ожидаемо выиграв короткую и произвольную программы, ученики заслуженного тренера Украины Галины Чуриловой набрали в сумме 184,11 балла. Еще один харьковский танцевальный дуэт Дарья Попова-Владимир Беликов добыл на столичном ДУ серебро. От Назарова и Никитина вторые призеры отстали на 16 баллов. 14-летняя Таисия Списивцева завоевала главный кубковый трофей в женском одиночном катании. По итогам стартового дня соревнований воспитанница Сергея Баранова и Виталия Егорова занимала второе место после Марии Андрейчук из Белой Церкви. Но произвольную программу Списивцева исполнила чище и техничнее и обошла главную соперницу почти на 2 балла. Бронзовую медаль заработала другая харьковская фигуристка Николь Найда.